Здравствуйте, дорогие зрители! И сегодня, сейчас я хочу вам показать то, что мы делали в прошлый раз. Мы делали десерт. Вот что с ним случилось после заморозки. Он вообще не двигается. Даже если потрясти. Но сейчас я его попробую. Он очень вкусный. Советую вам его попробовать. Я еще напомню, что я туда добавила. Сгущенку, масло и Nestik. Ну, можно и любое другое какао. Ну, и до свидания. Приятного вам аппетита. Пока!